بسم الله أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. многосерийный художественный фильм «Пророк Юсуф. Мир ему». В главных ролях Мустафа Замани, Катаюн Ряхи. Режиссер Фаруджила Салахшур. Пророк Юсуф, мир ему. 13 серия. Это храм бога Амона. Сегодня мы примем участие в особой церемонии утреннего пробуждения великого Амона. Вы хотите сказать, что верховный бог египтян Амон спит по ночам? Да, и Амон, и остальные, обладающие степенью богов, спят ночью и отдыхают. Тогда как быть тому, кто захочет помолиться своему Господу ночью и обратиться к нему со своими жалобами? Рабы не должны беспокоить своих богов по ночам, им надо дать отдых. Недаром боги именно день отвели для поклонения и общения с ними. Заходим в храм. Сюда могут войти только жители Египта и служители Амона. Посторонним вход воспрещен. Перед началом церемонии жрецы должны омыть себя водой из Нила. Они собираются войти в священный храм. Кроме жрецов, никому из людей это не позволено. Служители готовятся очистить и омыть бога Амона. Они облачат его в новую одежду, украсят и умастят лучшими благовониями, чтобы он был готов для поклонения. Значит, люди не могут поклоняться ему у себя дома или в другом месте? Нет. Чтобы восхвалять Амона, раб должен находиться в храме перед ним. Но я думал, что Бог слышит своих рабов, где бы они ни находились. Thank you.
«О великий дух, парящий на небесах! О дух бога Амона! Вернись к своему земному телу и к прежнему образу, чтобы снова своим могуществом править делами твоих рабов. О великий Амон! О великий и могущественный Бог! О великий и могущественный Бог! Не гневайся на нас и даруй нам спокойствие и уверенность!» Великий Амон, прими эти скромные дары и жертвоприношения и благослови их для земных обитателей. Этого достаточно. Возьмите все это и распределите между жрецами и остальными людьми.
Видишь, каким красивым стал Амон? Как жрецы украсили его? А люди не могут украсть с него золото и украшения? Нет, жрецы следят за этим. Никто не сможет совершить подобное. Конечно, охранять его их дело. Иначе воры ничего на нем не оставили бы. Я-то думал, что Амон оберегает нас. Оказывается, он сам нуждается в охране жрецов. И что здесь плохого? Амон красив. Он самое ценное, что у нас есть. Поэтому наша обязанность — оберегать его. Будьте благословенны, мои покорные рабы. Я — ваш бог Амон. Я только что пробудился от сна, чтобы управлять делами моих рабов. По своей воле я одариваю вас дневным светом. Идите и трудитесь ради вашего бога. Усердствуйте в труде, чтобы я наделил вас благополучием по своей воле и милости. О, великий Амон! Простите, госпожа, а это сам Амон говорил с людьми? Разве ты не слышал? Да, конечно, но все же, как камень может говорить? Амон не камень. Он дух, принявший такую форму. Прошу простить меня. Амон — могущественный бог. Он ни в чем не нуждается. Но сегодня он зависел от многих вещей. Нуждался во сне, в тех людях, которые купают его, украшают и одевают. Без помощи жрецов он даже не в состоянии передвигаться. Амон бессилен сохранить себя от воров, он ничего не может сам. Нуждается в жилище, в женах, в детях, во многих других вещах. Ты хочешь сказать, что Амон еще более беспомощен, чем обычные люди, которые сами могут одеваться, купаться и украшать себя? А вы что думаете? Я чувствовала себя беспомощной перед Юзарсифом, хотя он всего лишь ребенок. Его многочисленные вопросы повергли меня в замешательство. Я не смогла убедительно ответить ни на один из его вопросов. Он очень умен. Не тревожься. Я возьму Юзарсифа в храм и сам обучу его всему. Послушай, он заставил меня усомниться в божественности Амона. Охотник стал дичью для собственной добычи. Нам не пора обедать. Я так проголодался, что один съем целого быка. Обед подан, мой господин. Отец закончил постройку своей хижины. Он даже не позволил нам помочь ему. <с- <с-
Я назвал этот дом домом печали. В этой хижине я проведу оставшиеся дни своей жизни. Буду проливать слезы в разлуке с Юсуфом. Буду смотреть, не отводя глаз на эту дорогу, и ожидать его возвращения. Отец, ты правда думаешь, что наш брат вернется? В этом нет сомнения, доченька. Мы должны быть готовы к его возвращению. Пророк Аллаха, не пора ли забыть Юсуфа? Как же мне забыть его? Если бы он был мертв, убит, я бы перенес эту утрату и успокоился. Но теперь, когда мне известно, что он жив, я не перестаю себя спрашивать, что он сейчас делает, какая беда его постигла. Не захватили ли его разбойники? Не поработили ли они его? Голоден ли он? Одет ли? Пожалей себя, пророк Аллаха. Почему ты так мучаешь себя? Печаль смерти перенести легче, она проходит быстро. Но боль разлуки не проходит со временем. Ничего, я проявлю терпение. Буду проводить все время в ожидании его. Колесница готова? Да, господин. Ты точно хочешь взять его с собой? Да. Аминхотеп наслышан о нем. Наведаемся к нему, заодно и в храм зайдем. Думаю, это ни к чему. Ты не думаешь, что он просто мальчишка? Он подобен неокрепшему дереву. Молод и податлив, и мы пока можем выровнять все его искривления. Скоро он познает величие верований и святынь египтян. Юзарсиф, ты готов? Я готов исполнить все веления моего господина. Юзарсиф, ехать в колеснице не очень удобно, будь очень осторожен. Да, конечно, госпожа. Не беспокойся, с ним ничего не случится. Он будет рядом со мной. Ты тоже будь осторожен. Солдаты храма Амона бесчинствуют, присваивают чужое имущество и жаждут власти. Эти хранилища принадлежат храму Амона. Каждый год большую часть урожая свозят сюда. Но жрецы никак не насытятся. Это сад Амона. А эти женщины считаются его женами. Я уже видел недалеко от реки Нил поля, принадлежащие Амону. А эти тучные животные скоро заполнят животы жрецов. В таком случае жрецы не только не позволят лишить себя стольких благ, они даже не позволят приблизиться к ним.
Конечно же, другую веру, кроме веры в Амона, они не признают, так как она не даст им вести себя подобным образом. Вот еще одна дорога, охраняемая последователями Аммона. Они своими хитрыми уловками подчинили себе весь народ. Люди готовы на все. Одни ради славы, другие ради богатства, а третьи ради куска хлеба. Не все египтяне слепо верят жрецам. Среди них немало знающих истинную сущность служителей храма. Госпожа Зулейха думает, что мой господин Потифар желает обучить меня египетской вере и показать ее величие. Напротив. Я хочу показать тебе ничтожность и непристойность верований египтян. Вот и дворец Аменхотепа III, главного правителя египетского царства. Кто эти люди? Они не похожи на египтян. Это послы и путники из других стран. Они прибыли в Египет, чтобы выплатить годовую дань. А что такое дань? Страны, находящиеся под властью Египта, обязаны выплачивать нам части своих запасов и из того, что они производят. За это мы берем на себя обязательство защищать их от всех врагов. А без взимания дани вы не можете их защищать? Если бы не эти налоги, у Египта не было бы возможности заниматься своими делами. Мы благодарны им за это. Это бесчинствуют солдаты храма Амона. Подожди здесь, я скоро вернусь. Вперед! Давай быстрее! 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 Остановитесь! Остановитесь! Давай туда. Там мы перекроем им дорогу. Вперед! Давай! Господин, зачем вы перекрыли дорогу? Велите ему уйти с нашего пути. (Связь)
Если вы еще раз устроите в городе такие беспорядки, вам придется столкнуться не с языком моим, а мечом. Это мое последнее предупреждение. Смотрите у меня, если такое повторится. Никто прежде не смел так безнаказанно унижать храм Амона. Передай Алихме, что ему следует воспитывать солдат храма должным образом. А не то они понесут серьезное наказание. Вперед! Надо было наказать тех стражей храма, они обнаглели в последнее время. А я смогу научиться так же искусно владеть мечом, как вы? Почему бы и нет? Если хочешь этому научиться, тебе нужно лишь подойти к Рудемуну. Он научит тебя воинскому мастерству. Господин Потифар просит разрешения войти и предстать перед богом Аменхотепом III. Приветствую единоличного правителя Египта, бога и сына богов Аменхотепа и его близких. Я тебя приветствую, уважаемый Потифар. Потифар? Да, мой господин. Ты заходил в храм богов? Кроме верховного правителя Аменхотепа, никто не смеет входить в храм богов. Кажется, что боги создали этого мальчика именно для того, чтобы быть с тобой. Кто он такой? Он мой помощник и правая рука. Я недавно купил его. Ты сказал помощник? Потифар. Ты что, впал в детство, чтобы находиться в обществе детей? Разве ты не видишь, что он еще совсем ребенок? Внешне он ребенок, но дальновидностью и знаниями превосходит любого взрослого. Что это за знания, если он даже не знает, что надо совершить поклон из уважения и почтения ко мне и богам Египта? Не представился случай обучить его этому, мой государь. Прошу вас, простите его. Эй, мальчишка, ты скажешь мне, как тебя зовут? Юсуф, ваше величество. Но во дворце мне дали египетское имя, Юзарсиф. Юсуф — это еврейское имя, ваше величество. Оно означает «печальный». Такое красивое лицо не может быть печальным. Имя Юзарсиф больше подходит ему. Thank you.
Хорошо, Юзар Сиф. Потифар утверждает, что ты очень проницателен. Скажи, что ты думаешь о величии Египта? Некрасиво и неприлично в присутствии почтенных людей хвастаться своими достоинствами. Но все же я отвечу, так как этого желаете вы. Величие и слава Египта внушает восхищение. Его города подобны огромным неподвижным горам. Но все же, богатые растительностью степи лучше, чем высокие и голые горы. Ты правда думаешь, что мощь и величие Египта подобны высоким и прочным скалам? Да, так оно и есть. Но хорошо было бы использовать эту мощь и возможности для помощи бедным и несчастным. Молодец. Ты молодец, Юзар Сиф. Ты доказал, что отзывы Потифара о тебе были небезосновательны. Молодец. Такое поведение не подобает наследнику правителя. В твоих жилах течет кровь богов, а они не склоняют голову перед рабами. Это получилось само собой. Его красота просто поразила меня. Господин Потифар прибыл к нам только чтобы поведать о своем новом помощнике. Нет, мой господин. Я пришел к вам пожаловаться на самоуправство и жестокость солдат храма Амона. Ежедневно они устраивают беспорядки на улицах города, нарушая всякие нормы и законы. И больше всего, я беспокоюсь о том, что если стражи храма будут продолжать свои зверства, скоро они могут дойти даже до свержения верховного правителя. Но препятствовать Амону и служителям храма — это же неверие. Нельзя ставить жрецов и Амона на одну чашу. Наша обязанность — оповестить о происходящем Амона. Мы должны изгнать тех, кто станет задирать нос и тревожить мирных жителей. И тех из упрямых своевольных жрецов, от кого исходит наибольшая опасность. И все же я не буду торопиться с этим. Подождем, пока не настанет подходящее время, и мы не убедим всех в своей правоте. Можешь гордиться, никогда прежде мне не приходилось видеть рядом с собой такого красивого мальчика. Я очень вам благодарен. Я тоже не видел в этом городе никого великодушнее вас. Впереди трудные времена. Будь готов к этому. Thank you.
прямо посреди толпы. Перед всеми людьми он бил меня хлыстом по голове и лицу. Если бы я был на месте Потифара, то сразу бы убил такого непутевого полководца. Но Потифар напал на меня внезапно. Если бы я знал о его намерении, то был бы настороже. И он не осмелился бы противостоять мне. Не надо строить из себя льва перед своим господином. Рядом с Потифаром ты всего лишь лис. Перестань рассказывать небылицы. Лучше посоветуй, как нам быть. Я всего лишь собака, лающая перед дверью вашего дома, а вы спрашиваете у меня совета. Откуда мне знать? Несомненно, Потифар и его господин затаили в сердцах вражду и ненависть к нашим богам, и особенно к Амону. Что нам делать в такой ситуации? Нам следует хорошенько подумать и найти способ жестоко их наказать. И кто сможет это сделать? Ты, что ли? Или твои никчемные стражники? Если бы у меня было больше солдат, я бы избавил город Тиба от Аменхотепа и его приближенных. Если бы ты был правдив в своих словах, то сегодня доказал бы это. Потифар и его господин Аменхотеп находятся на вершине своего могущества. И неизвестно, на чьей стороне окажется победа, если разжечь огонь войны между храмом и дворцом. Поэтому считаю правильным держаться от них подальше до наступления подходящего времени. Рудамун? Да, господин. Это умный и способный мальчик. Хочу, чтобы ты сделал его еще сильным и храбрым. А что я должен делать? Господин Потифар желает, чтобы ты обучил Юзарсифа обращению со всеми видами оружия. Научи его, как надо сражаться мечом, метко бросать копье и еще скакать верхом на лошади. Будь уверен, он будет способным учеником. Я приложу все усилия в обучении Юзарсифа боевому мастерству. Можете не тревожиться. Следуй за мной. Принесите мечи. Это что, мечи? Это детские мечи. Тому, кто желает держать настоящий меч, для начала придется привыкнуть к деревянному. Готов? Отбивайся. Прекрасно. Ты должен отбиваться от меня, чтобы мой меч не настиг тебя. Будь готов. Если бы этот меч был настоящим, я рассек бы тебя. Теперь ты нападай. Мне бить вас мечом? Да, бей, сильнее. Я не могу причинять вам боль. Делай, как я сказал. Нападай. Ладно, как вы хотите. Хм.
Вставай. Отлично. Господин Потифар прибыл, моя госпожа. Да продлится жизнь моего супруга, господина Потифара. И моей красивейшей госпожи Зулейхи. Что ты здесь делаешь? Наблюдаю, как Юзарсиф обращается с мечом. Как прошла ваша поездка в город? И как вас там встретили? Мы должны сделать из него хорошего воина, пока он не вырос и не окреп. Сегодня мы чуть не пострадали от стражей храма Амона. Ты сражался со стражниками храма? Да, мне необходимо было наказать их. Затем мы с Юзарсифом отправились во дворец к царю Аменхотепу. Юзарсиф вознес меня перед всеми. Он не уступал им своей мудростью и проницательностью. Царю понравилась его прекрасная, как стихи, речь. И он решил подарить ему нитку жемчуга. Аменхотеп-младший не удержался и совершил перед Юзарсифом поклон, повесив украшение ему на шею. Нет, этого не может быть. Как и ты, все присутствующие тоже были поражены и пытались удержать Аменхотепа-младшего. Я же говорил тебе, мы только выиграем, если усыновим его. Не сомневаюсь, что он скоро станет предводителем всех мудрецов и даже превзойдет их всех. Я тоже так думаю.